Ночь искусств провели в Магадане в онлайн-формате. Мероприятие прошло 3 ноября. Музеи, театры и библиотеки Колымы поучаствовали во всероссийской акции 8-й раз. Магаданцам показали видеоспектакли и концерты. Для них провели викторины и мастер-классы. Кроме того, жители области смогли посетить онлайн-экскурсии и выставки. Также создали интересные квесты для детской аудитории. Акцию проводили на протяжении всего дня.